Всем привет! Сейчас расскажу, как на Денисе Лебедеве отразились разоблачения. Ну то, что он расстался с Ольгой, и что Оля не хочет его видеть, это само собой. Денис, хоть и говорит, что не будет сдаваться, будет добиваться расположения Оли, но этим он себя еще больше топит. Так, что же происходит с Денисом? В инстаграме от Дениса люди отписываются, где-то по 1000 человек в день, что, как минимум, неприятно. Денис, пока он еще кому-то интересен, начал рекламировать тех, кто ему как-либо помогал добиться Алиного расположения. Для меня было шоком, что стихи про Олю написал не он, а какой-то Владимир. Потому что до этого он ни слова не сказал про то, что стихи не его, хотя возможность была. В этом же видео Денис Лебедев извиняется за людей, которые когда-либо кого-нибудь обманули. Меня это взбесило. Денис, извинись за себя, что ты обманул тех, кто полюбил тебя тем, кем ты казался, и кем ты не являешься. А если тебя оклеветали, то докажи это. К сожалению, ты этого сделать не можешь. Я не буду защищать Олю, Оля сама разберется, но за зрителем не обидно. Хотела сделать несколько другое видео, но посмотрела видео Дениса, эмоции переполнили, и сегодня больше не хочу о нем говорить. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, и всем пока!